Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские кроссовки немецкого бренда Adidas. Модель сделана из легкого и прочного текстиля. Он мягко облегает стопу и отлично пропускает воздух. Специальная обработка придала ему особый металлический блеск. Плотность посадки регулируют шнурки. Они крепятся при помощи кожаных петелек, поэтому не будут повреждать ткань в процессе носки. Модель украшает вставка из искусственной замши. С ней обувь выглядит визуально интересно и благодаря разнице фактур. Подкладка и стелька из текстиля приятны на ощупь. Кроссовки можно надевать без носков. Ткань позволяет ногам дышать. В этих кроссовках они останутся сухими. Подошва из легкого упругого материала Эва смягчает удары стопы о поверхность. Ноги станут меньше уставать. Материал удивительно легкий. Прочный протектор из резины защитит подошву от истираний и улучшит сцепление с поверхностью. Он переходит на мысок модели, дополнительно укрепляя его. Носите эту пару в стиле уличный спорт с шортами и майками, джинсами и толстовками. Они будут хорошо смотреться в спортивных образах, например, со спортивными штанами и оверсайз-футболкой. Модель представлена в белом и черном цветах. Верх подошвы и даже подкладка выдержаны в одном тоне, что создает цельный силуэт обуви и смотрится актуально. Почувствуйте комфорт с вашими новыми кроссовками Adidas.